Динамики Пикчерс и наше радиопродакшн представляют. К нам приехала в гости очаровашка Злата Огневич. Доброе утро! Доброе утро всем-всем! Доброе утро, Злата Огневич! Прям прилетела к нам! Да не просто так она к нам прилетела. У нее прям три сердца, которые она открывает для нас, чтобы презентовать новую песню, с которой пришла сегодня Злата. Да, я хочу всем подарить под Новый год мою новую песню «Новорич» на диско. Это фанки, это весело, и фанк сейчас в тренде во всем мире, в музыкальном, поэтому я очень рада, что есть возможность сделать такую музыку. Вам остается только расслабиться, танцевать и радоваться жизни под ней. О, танцевать, расслабляться мы любим. Да, особенно под Новый год. А как вы расслабляетесь во время прослушивания этой песни? Я не напрягаюсь. Вот правильный такой женский ответ. Скажите, вот недавно у вас был первый сольный концерт. Да. И как, что прошло? Просто до нас пригласительные не доехали, маленькие гномики украли и побежали на концерт. Ага, очень жаль. Но мы на самом деле всем-всем-всем передавали, но для вас есть хорошая новость, потому что мы планируем его повторить. Он был очень красивый, и мы планируем сделать это весной. А вот новоречное диско, вот тот новогодний подарок всем слушателям и поклонникам, и в частности нам в том числе. Как писалась эта песня? Что вдохновило? Тот самый Новый год? Прошлый Новый год. Прошлый Новый год вдохновил. Вообще очень легко писалось. Миша Некрасов написал музыку и работал над прикольной аранжировкой. Я работала над текстом и хотелось найти какие-то очень смешные завязки, такие необычные слова. Вот. Там есть такие строчки «Шалені танці у вишиванці», то есть, чтобы кожен українець цього нового року шалено танцював під ялинку, під нашу пісню. О! И... Прочувствовала, так сказать. Да, вы можете в Ютубе уже найти наше веселое хоум-видео. Мы сняли наших ребят, которые с нами работают в бенде, в Vintage Band. Вот, и мы с ними вместе там поем, играем. Я на полу рисую узоры из снежинок. Так что все, welcome в Ютуб, смотрите видео. Видео, сейчас будет возможность прям услышать эту песню долгожданную, которая столько вы уже от Златы получили информацию. Уже, да, уже надо слушать. Напутственное слово. Мы понимаем, что это к Новому году. А что Злата Огневич хочет пожелать слушателям нашего радио в Новом году? Мы никуда Злату не отпускаем, не бойтесь, она еще остается с нами. У нас еще много вопросов. У нас еще есть наручники, скотч, если что, мы молоток и нож. Это все к Новому году мы подготовили. Итак, напутственное слово от Златы Огневич. Этот год был нелегким, я знаю, для большинства. Друзья, просто будьте счастливы, не напрягайтесь, как я, расслабляйтесь. Забывайте о проблемах. Да, получайте удовольствие от этой жизни. Вот, и, ну, открывайте свое сердце музыке. Да. Да, открывайте свое сердце нашему радио, конечно же. Злата Огневич у нас сегодня в гостях. Замечательная красавица, певица, которая презентует прямо сейчас новую песню, новый трек. Премьера на нашем радио, утреннем шоу «Динамики». Новоречный диск от Златы Огневич. Сейчас весной будет рулить такой электро-ретро. Уже начинают делать, искать звучки. Ага. Ой, какая новогодняя эта песенка была только что в эфире нашего радио от Златы Огневич. Спасибо. Мы ее поздравляем с премьерой на нашем радио. Классная новогодняя песня будет звучать на всех вечеринках страны. Да. Да, да, спасибо. Если вы поддержите, точно будет звучать. Да, и мы хотим еще напомнить, что хоум-видео, не пугайтесь, это новогоднее хоум-видео от Златы Огневич, вы сможете найти на официальной страничке, насколько я понимаю, на Ютубе. Да, на Ютубе, просто набирайте «Новоречное диско Злата Огневич», и будет вам счастье. И все, вылетает вам Злата Огневич, которая танцует, показывает, как можно провести Новый год. Возможно, вот 31 декабря Злата Огневич решит снять клип. С салатом оливье. Просто это очень
сложное техническое видео, потому что там рисованная графика, все вручную. Ну, как вы знаете, все вот эти вот фильмы в 3D-формате или фильмы графические, там, где на самом деле чего-то в реальности не существует, и это надо дорисовывать, это требует все огромного времени. Поэтому так долго наш клип не выходил, более полугода мы над ним работали, и я думаю, что это будет одно из лучших видео вообще в Украине за 2017 год. То, что видела я, ну, очень красиво. Я уже жду с нетерпением. Долгожданное видео, которое рождалось на протяжении полугода. Там будет индийская свадьба, будет магическое животное, будут небоскребы, будут танцы, будут очень нестандартные, необычные люди, истории, графика, картинки, в общем, все-все-все. Там будет в этом видео. Хорошо, раз уж мы заговорили о планировании, у меня как мужчину интересует вопрос. А возможно, вы с кем-то в Новый год спланируете дуэт? Планируем дуэт? Очень даже возможно. Мы сейчас уже тоже, даже есть песня, на которую мы хотели бы записать. Мы уже нашли. Уже нашли. Да. А потому что Грант просто предлагает свой типаж, усатый, лысый, армянин. Мы будем, если видео снимать, мы вас позовем. Вот видишь, Грант уже выбил себе небольшую роль в клипе «Златы Огневич». Я согласен. «Злата Огневич». Застали за поеданием шоколадных вредных конфет. Breaking news!